Εσέβουσι. Άρον, άρον.
кричать! О, боги, услышь! Дело важное. Хочу пить. Обычно муж приносит мне вино. Я Мистий, а не слуга. О, судя по всему, да. Много же ты пьешь, раз не заметила пропажи своего мужа. Да, честно говоря, выпив по... Может, у твоего мужа есть враг? Кинжал. Местный главарь и его подручные из кинжала приходят, когда вздумается. Требуют денег и... Я его рад. Спасибо. Где мне стоит? Муж хотел возить товары по восточной дороге. Обычно он... Ты упомянул. Ты, Мисти и не... Ах, я решил... О, обычные люди. Мне все ясно. Спасибо, Ми. Если пойду по дороге на восток, найду следы ее мужа.
держаться подальше. Эти рабы местные, из Эретрии. Опытные, участвовали в восстановительных работах. Купите их, не дайте их талантам пропасть. Начальная цена 500 драхм. Склад запрещен. Мне нужны бумаги. А мне нужно меньше детей. В чем дело? Я должен проверить записи о налогах. Я ничем не могу... Что ж, вновь смажем колеса и вбеем. Во сколько мне обойдутся бумаги? В этот раз так не получится, Агапий. Стражи дали строгий приказ никого не впускать и никого не выпускать. Вот мой совет. Друг дал тебе хороший совет. Он такой же, как и все на Евбее. Боюсь, здесь не осталось честных людей. Не все наемники - убийцы. Мне можно верить. Посмотрим, Мисти. Что вызвало упадок? Евбею душит жадность шайки под названием Кинжал. Они действуют скрытно, подкупают и запугивают людей. Но я уже слишком стар для драк. Я достану. Может, на FBI еще. Где мне найти? Чтобы они лежат по... Что тебе известно? Ходят слухи, что... А так его знают лишь по делам. Броское название. У них нет че... Я достану их. И по делам им. Это вход на склад. А вот и склад. Пристань при складе. Найду бумаги.
список кораблей. Какой и когда прибыл. Это может помочь. Список сделок за последние полгода. Возможно, имя лидера кинжала здесь. Это поможет разоблачить лидера кинжала. Бумаги у меня. Мой хозяин. Ты что, раб? Что, по-твоему, не похож? Да, Мисти, я и правда раб, но не лишен достоинства. Мой хозяин — местный магистрат. Лучше умереть, чем стать рабом. Не все могут. Судьбу раба не выбирают. Но так у меня есть еда и кров. И я в безопасности. Если ты захочешь раскрыть личность лидера кинжала и положить... Я подумаю. Раб сделает вашу жизнь проще, безопаснее и приятнее. Вы обретете не только умелых работников, но и семью. Нет, нет. Агапий, в чем дело? Имя хозяин. Оно упоминается снова и снова. Узнай его настоящее имя и предай суду. Кинжал Зимородка ранил Эвбе. Агапий, скажи ему. Когда мы играли с братом в детстве, я был Дроздом, а он... Зимородком. Но он умер. Скажи, что он не один из них. Молю. Тебе лучше знать, на что способен твой брат. Спасибо. Мальчик... После смерти брата ты... видел его тело? Нет. Тела не было. Ни следов, ничего. Когда умер... Твой брат ведь не всегда был зимородком. Само собой. Ныряй не пос... Но... Кинжал самое главное... Я... Прошу, помоги мне раскрыть истинное лицо зимородка. Мы схватим... У магистрата много... Я сделал... Один мой знакомый имел... Я проведу его. У южного берега. Мы воюем. Корабли топят каждый день. Почему важен этот? Похоже, этот корабль принадлежит кинжалу. Ты сказал, что твой... Может, мне... Нет, не... Раньше... Он... Возможно, он... Тогда мой брат... Ты упоминал... Театр Халки. Ты так много знаешь. Много для работы. Мы делимся... Мне хватит... Невозможно. Thank you.
этого человека. Убийство ничего не изменит. Мы не можем позволить ему так обращаться с нами. Ты думаешь, я... Такое впечатление. Как ты мог? Успокойтесь, взгляните на себя. Дети напуганы. Кем ты себя возомнил? Мисти прав. Успокойся. Это плохо... Ну, говори. Я Тагапия. Он хочет очистить имя брата и уничтожить кинжал. Брата? Нерита? Он же умер. Что вам известно? Договоримся. Нужно убить человека. Если ты поможешь мне, я расскажу, где есть... Опять за свой... Просто поговори с ним. Идет. Один человек из кинжала предложил нам распространять их. Мы не сторонники кинжал. Он хотел, чтобы... Он использует его. Но он больше не хочет. Он перестал платить. Я хотел убить его. Так не может больше. Это не жить. Он живет в огромном доме в центре. Послушайся, поговори с ним. Но мы не дикари. Я не хочу подавать дурной пример нашим детям. Я разберусь с ним. Главное, заплатите. Если захочешь узнать что-нибудь еще или забудешь, куда идти, скажи. Ты ничего не изменишь. Вот он. Человек из кинжала, что угрожал. А вот и большой дом. Я больше не могу. Но я должен. Я выдержу. Ради семьи. Да, точно. Ради семьи. Просто работал на благо своей семьи. Жаль, что связался не с теми людьми. Я отослал детей прочь. Проследи, чтобы этот малака не... Молчать! Мы найдем всех твоих чудесных детишек и подзаработаем. Отпусти их живо! Отпущу, но сперва позабавлюсь. Малака! Кинжал недоволен твоим вмешательством в наши дела. Тогда не стойте у меня на пути! Я человек, который любит драмы. Сдается, ты на этом собаку съел, Мистий. Тебе решать, чем закончить. Ближе к делу. Кому-то из них придется умереть. Нет, умрешь ты. Рискни, моргнуть не успеешь, как им перережут глотки. Не делай глупостей. Что ж, как я и говорил, кто-то должен умереть. Кто-то один. Куда веселее, когда один влюбленный видит смерть. Ну, наглый Мистий. Спаси Идию, Мистий. Что? Нет! Спаси Прексилия, Мистий! Нет, лучше... Так, время вышло. Как бы не так. Умрешь ты, мерзавец. Вот. Скирос, оттуда они правят Эфбеей.
Ах ты! Твои слова не пропадут даром. Я расскажу Агапе о Скиросе и отомщу за вас. Нужно поговорить со знакомыми Агапе. Вот и повозки. Похоже, он хотел сбежать от солдат. Дело дрянь. Лошади исчезли. Что произошло? Стражи, хапуги проклятые, требовали платы. Вечные поп... Отправлюсь в крепость. Этого человека я ищу. Он заперт. Крепость Дистас. Большая. Где-то здесь должен быть пропавший муж.
Мне здесь нечего делать. Когда-нибудь я смогу отблагодарить. Я тебя прикрою. Ты спас меня. Удивлен? Просто... Человек по имени Агапищ. А, так ты хочешь спать? Расскажи мне все. А, они жаждут власти. Ничего, я... Мне нужно как... Скажи! Нельзя. Он такой... Скажи мне... Не, Рид. Брат Агапия. Нужно поговорить со знакомыми Агапия. Постой!
не забуду! Тебя Агапий прислал? Да. За тобой следили? Нет. Уверен, что не следили? Я не могу быть уверен, что за мной не следят. Тогда мы в опасности. Я Мисти, моя жизнь полна... Не таких. Они очень могущественны. Они наблюдают за... Они приплыли туда. Люди кинжала что-то и... Что за груз утонул? Я не знаю. Мне только известно. Почему все это важно? Корабль кинжала потопил мой хозяин. Раздобуду все. Спасибо. Может... Где разбился? К югу отсюда. Не... Ты что-нибудь знаешь? О, я но скажу самое важное. Он хороший человек. Отправлюсь туда. Грузом этого корабля очень интересуется кинжал. Если найдешь...
Эти... Я скучаю по временам до кинжала. Тише! Хочешь, чтоб тебя убили? Крушение. Это здесь. Необычный клинок. Не его ли ищут те люди? Нужно найти ту женщину в Эретрии. Работайте, не зевайте! Ты следила за нами. Почему? Что ты ищешь на месте крушения? Помоги! У тебя и впрямь, божеств! Проверю, как там женщина. Ранена? Я... Все кончилось, не бойся. Спасибо, что спас мне жизнь. Нашел что-нибудь? Вот этот нож со странными знаками. Ха, выходит, люди кинжала разыскивали... кинжал? Надо же! Его используют для жертвоприношения Ахиллу. Его почитают люди кинжала. Этих разбойников можно найти в храме Ахилла. Но в каком именно? Чем займешься, когда все закончится? Жить без страха. И это...
Агапий поймет, когда я покажу ему клинок. Я не знаю, куда идти. Вот, это тебя поддержит. Спасибо, Мистий. Я всегда буду помнить твой... Нужно поговорить со знакомыми Агапия. Это последняя подсказка. Можно вернуться к Агапию.